Друзья, всем привет! С вами команда Ride Action, а именно Озерной Богдан, Артем Пинкрат, Скандаров Эльдар, Богослов Карим. И сегодня мы будем играть с нашими малыми братишками в Game of Scoot команда на команду, 2 на 2. Сейчас огласим правила. Ребят, правило следующее. Играем до 5 букв, 2 попытки на повторение, 1 экстра. Ребята нам гадают трюки, а мы их удваиваем. Например, если нам Эльдар заказал 2 випа, мы будем делать 4. Погнали! Ну что, пацаны, выиграете нас, думаете? На лайтах! Ну погнали! Так как Карим и Эльдарчик младший, мы даем им первым право на заказ. Заказывайте. Я гадаю 2 випа спайн. Алле! Это получается, я этот трюк удваиваю и делаю 4 випа в спайн. Я гадаю 2 кикликса в спайн. Значит, пацанам нужно сделать просто 1 киклис. Эльдарчик полетел выполнять. Киклис. Стабильно, хорошо. Я гадаю хил на вип спайн. Получается, Богданчику надо будет делать хил на вип, на хил на вип. У Богданчика вторая попытка. Алле. Загадываю пацанам 4 фингера, то есть им нужно будет сделать 2 штучки всего. Кто делает? Давай. Делает Карим, сразу же, поехал. Алле, с первой попытки. Мы переместили в степ-ап, и Каримчик гадает. Бар на вип. Ну это уже жесть, это бар-вип надо делать, Артем. Да сделаем. Бар-вип. Алле. Артем тащит нашу команду. Артем гадает. Вип на бар, на вип на бар. Получается, вот этим парням нужно сделать просто вип на барчик. Что думаете, сделаете? Да. Ты нет. Сделаешь? Да. Я нет. Потому что я боюсь этот стопап. Артем не сделал. Так, гадает Эльдарчик. Что гадаешь? Баттеркап. Ну, капец. Жесть! Малы намерены нас разнести. Я не знаю, как сейчас 2 капа будем делать. Но Артемчик вытащит, как обычно. Нет. Ай-яй-яй. Это действительно почти невозможно в этом квотере сделать 2 баттеркапа, поэтому мы берем первую букву. Ну, мы придумали сами такие правила, и сейчас будем что-то пытаться с этим сделать. Гадаю нашим мальцам 4 бара в разные в квотере. Ай-яй-яй. Что это такое? Богданчик не сделал. Я гадаю вип-бар. В спайн. Артем должен сделать вип-бар. Я гадаю парням вип на хил, на вип на хил. Йоу! Так, Эльдарчик сказал, будет делать вип на хил. Ай-яй-яй, почти, вторая попыточка. Я не сделал, у нас первая буква. Не расстраивайся, чё ты? Очередь Эльдарчика гадать, и он гадает. Бархил спайн. Бархил надо будет сделать. Блин, я могу не нет? Сделать. Ай-яй-яй. Эльдарчик не сделал, я загадываю еще раз 4 бара в разные в квотере. Богданчик делает 4 бара в разные. Алле. Это получается, что пацанам нужно делать либо опа на бар, либо опа, либо бар на опа. Так, Эльдарчик делает опа на бар. Ай-яй-яй, вторая попытка. Опа на бар. Команда малых получает уже вторую букву. Счет 2-1. Да, бар на бар, Бен. Давай, поехал. Алле! Раз, два, три. Ай-яй-яй. На самом деле бэнк небольшой, и ходов туда очень сложно набрать, поэтому я не уверен, что Артем сделает. Ну, сейчас посмотрим. Раз, два. Я попробую, беру экстра шанс. Раз, два, три. Мы получаем букву, счет 2-2. Я рискну и попробую сгадать брай 4 випа. Получается, пацанам нужно будет сделать брай 2.
Раз, два, три, четыре. Ай! Не получилось. Так, друзья, мы перемещаемся на мини-фанбокс. И Эльдар говорит то, что он гадает. Брай! Брай! Я не буду делать два брая. Брай. Пацаны вообще красавчики. Я в их годы о таком даже и не мечтал. Я не умею два брая. У нас три буквы. Так, друзья, я загадываю 4 ДС хила в квотере. Пацанам нужно будет сделать 2. Олег. Я делаю 2 хила. 2 хил ДС и делает тогда. Раз, два. Ай-яй-яй. Олег. Это было нормально. Эльдарчик еле-еле увез на носочках, но он сделал. Красавчик. Я когда трогаю, с призем у стола. Артему придется делать 7. Артем взял на себя инициативу, делает 7, практически увозит с первой попытки. Сейчас будет его 2. Артем, просто тащит. Я гадаю пацанам брай 4 по бэнк. То есть им нужно сделать брай на 2 эпа. Сделайте брай 2. Да. Кто будет делать? Карим. Давай я. Или кто? Давай, на комменты напишу. Эльдар будет делать, если у Артема получится. Йоу! Вот это реально серьезный трюк. Первая попыточка. Брай, брай, брай. Ай-яй-яй, почти. Хорошо как все? Разгон взять? Разгон не хватает? Брай, брай, брай. Ай-яй-яй. У нас 3 буквы. Счет 3-3 у обеих команд. Эльдарчик разозлился, решил не оставлять нам шансов, и он гадает. Би Баттеркап. Как это делать, я не представляю. Видимо, у нас еще одна буква. Мы не будем это делать, у нас 4 буквы. Богдан гадает. Барбар твист через резиновый фан-бокс. Let's go. Нет. Пацаны должны сделать барбар твист. Я пробую. Давай, удачи. Барбар твист. Ай-яй-яй. Очень близко. Сейчас 2 попытку, я думаю, он доберет. Барбар твист. Ай. Берешь экстра? Да. Давай. Ай! Очень близко было. Жаль, что не добрал. Счет 4-4. На самом деле игра очень напряженная. Сейчас заказ Карима, он может стать решающим. И он загадывает. Я гадаю, флэр. Ё-моё. Давай. Видимо, мы проиграли. Мы с Богданом не будем делать 2 флэра. У нас 5 букв, мы проиграем. 2 флэра действительно очень страшный трюк. Еще и здесь в резине вот такая вот дырка. Поэтому мы сдаемся. Ну что, ребята, геймоскут закончился. Молодые ребята одержали победу со счетом 5-4. Им всего по 10 лет, они уже так круто катаются. Выиграли нас с Богданом. Если хотите больше таких видео, то... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.